Почти два месяца вызванных пандемией ограничения серьезно ударили по крупнейшей экономике Европы и Германии. ВВП страны по итогам второго квартала текущего года сократился на 10,1%. Министерство экономики Германии прогнозирует, что падение за год составит 6,3%. Рыночный аналитик Роберт Халвер говорит, данные по ВВП за второй квартал оказались хуже прогнозов. И о конкурсе красоты среди экономик сегодня говорить не приходится. У нас нет выбора, нужно оставить второй квартал позади и двигаться дальше. Это падение почти в два раза превысило предыдущий антирекорд, когда во время глобального финансового кризиса в первом квартале 2009 года ВВП Германии снизился на 4,7%. Кризис, вызванный пандемией, нанес тяжелый удар. Мы столкнулись со структурным дефицитом. Это недостаток инноваций в цифровизации экономики. Но особенно сказались резкое падение экспорта, нежелание потребителей тратить деньги и неготовность компаний инвестировать. Все это из-за пандемии. Экономическая активность была приостановлена из-за ограничений. Наиболее серьезно ограничительные меры ударили по индивидуальным предпринимателям. Среди самых пострадавших сфер – туризм, пассажирские перевозки, ресторанный бизнес. Эксперты говорят, что на восстановление экономики потребуется как минимум два года.